Хочу поздравить команду «Акмяни» с проходом в полуфинал. Хочу поблагодарить нашу команду за сезон. Наша команда просто сделала огромный шаг по сравнению с началом чемпионата. Я могу сказать откровенно, что я горжусь ребятами, которые играли в этой команде. Они большие молодцы, и каждого из них благодарю еще раз за сезон. По поводу игры. Игра плей-офф, игра нервная. Наша команда, наверное, немножко ниже классом, но в плей-офф это все становится неважным. Важным становится желание победить. Мы сегодня хотели победить, мы были близки хотя бы к тому, чтобы перевести игру в серию пенальти. Но футзальный бог от нас отвернулся, к сожалению. Значит, наверное, возможно, в будущем где-то нам повезет. Спасибо, Литва, за возможность работать здесь. Спасибо руководству клуба «Хегельман» за возможность быть здесь и передавать свои знания и опыт молодым игрокам. Благодарю всех за сезон и надеюсь, что дальше будет только лучше. Спасибо большое. Ой, ну, скажу, начну с того, что когда я пересматривал игру первую, я понял, что обе команды очень-очень сильно поработали в ней. И второй тайм свидетельство тому, потому что, ну, второй тайм был такой сонный, стоячий футбол, который не футбол. Но, тем не менее, хочется поблагодарить команду «Хегельман» за две очень содержательные игры, потому что первая была игра очень интересная, просто, ну, супер. Вторая тоже получилось достаточно хорошей. Все до последней секунды не было и понятно. Это очень здорово. Ну и поздравить команду нашу с выходом в 1/2 финала чемпионата Литвы. Пожелать нам удачи Хегельману, удачи тоже в играх, потому что для них сезон не закончился. Ну и по традиции скажу висим лабей ачу, букіти юс свейки и висим висагара.